кто меня туда пустит. Добрый день, уважаемые любители футбола. В столь ранний для футбола час мы с вами начинаем репортаж заключительного матча первенства молодежных составов в Перми. Местный Амкар на поле стадиона «Звезда» принимает молодежку Краснодара. Традиционное фото на память капитанов команды судейской бригады. И я начинаю знакомить вас с составами играющих команд. Начну с хозяев поля, футболисты Амкара. Красно-черная, традиционная, домашняя для Амкара форма. В воротах Иван Коновалов, номер 68. Далее полевые игроки. Илья Кричмар, 34. Никита Пермяков, 44. Джан-Лука Нихол, 32-й, 93-й Иван Соловьев, 61-й Никита Голдобин, 18-й Алексей Курзенев, 89-й. Не поможет! Амкар,
сейчас нет его. Один вот такого же плана игрок, это Андрей Придюк, он еще на год младше, 94 года, но тоже уже играл за главный состав пермяков и смотрелся на уровне премьер-лиги вполне себе добротно, имеет опыт выступлений. Вообще же, если говорить о составе наших соперников, то вот Коновалов, Кричмар, Пермяков, Придюк, это 94 года, четверо, Токазов, Сослан, Иван Соловьев 93-го года, Курзинев, Сидоренко 95-го, 96-го Анферов, 97-го Голдобин и Джанлука Нихалт, я уже сказал, это вполне взрослый созревший футболист 90-го года рождения. Краснодар, конечно же, младше. Краснодар здесь Горячкин, Гамолян, Шляхов, Агеев и Огурцов. 96-го года рождения, Андриенко, Батютин, Крыжевский, Хакимов 95-го года рождения и Мальцев, Гагличидзе 97-го. Как вы понимаете, где-то разница у нас порядка 3-4 лет, 3,5, наверное, в среднем. Но краснодарцам каждый раз я об этом говорю, но делать нечего, не привыкать играть против более взрослых соперников. Может быть, этим мы во многом определяется их невысокое место в турнирной таблице. Все-таки в таком возрасте преимущество в годах, преимущество в физическом развитии значит много. Тем не менее, Краснодар здорово атакует, 100% момент. Сейчас Андрей Батютин бил метров с двух, может быть, с трех, из пределов вратарской. Замыкал вот эту диагональ, которую выполнил Руслан Шляхов. И должен был открывать счет на 8-й минуте, но пробил чуть выше перекладины. Классная атака, классный момент. Жаль только, что не завершился взятием ворот этот эпизод. Краснодарцы пока больше владеют мячом. Ну, у нас философия игры у нашей команды такова. Это касается и главной команды, и молодежки. Стремится контролировать мяч, стремится играть первым номером. Ну, не всегда это получается применительно и к взрослым, и к юношам. Но, тем не менее, вот всегда есть посыл такой. Самим навязывать свою модель игры сопернику, играть от себя, а не от соперника. И тут не важно, уступаешь ли ты в возрасте, в физических данных. Видите, хороший прессинг, четверо краснодарцев в него активно включаются, и пермякам стоит немалых трудов выйти из-под этого прессинга. Но к их чести выходят, справляются. И длинная диагональ, Горячкин должен выйти и забрать мяч, он показывает своим партнерам, спокойно я все контролирую. Вы знаете, у меня нету такой таблицы под рукой, но, наверное, если бы она была, я думаю, не сильно бы покривил против истины. Что касается Амкара взрослого, то эта команда 7 очков всего набрала в весенней части сезона.
наверное, на одном из последних мест находится. Ну, меньше, разве что только, может, Спартак набрал. У москвичей тоже примерно, по-моему, 7 очков, если мне не изменяет память. Может быть, 6. Это я к тому, что, ну, в общем, не слишком удачное выступление главной команды как бы проецируется на неудачное выступление молодежки. Ведь после осенней части Амкар тоже не был последним. Да, Шлиппер-Мики тоже не в верхней части таблицы, но тем не менее. И на последних местах не обретались. Но вот так вот весна не задалась для обеих дружин Амкара. Что касается краснодарцев, да, у них тоже весна провальная, но тут есть свое оправдание. Очень сильно поменялся состав молодежки. Те, кто выступал в молодежном первенстве и в первой его части и лидировал, и после 10 туров боролся за тройку, вот затем постепенно стали уходить в Краснодар-2, который играет во второй лиге. И сейчас все эти ребята играют там, в Краснодаре-2. А здесь либо совсем юные, 97-го года рождения, либо те, кто не попадал в основной состав. Ну, соответственно, не попадал по игровым причинам, как вы понимаете. Значит, они немножко послабее все-таки, по мнению тренерского штаба, чем те, кто играет за Краснодар-2, где все-таки уровень повыше. Я имею в виду зону юг второго дивизиона. Именно поэтому вот весной у молодежки, которая руководит сейчас Евгений Калешин, не такие высокие результаты. Повторюсь, здесь есть объективные факторы. Ну и плюс эпидемия травм главной команды привела к тому, что вы видите, что приходится нашей молодежке почти во всех матчах обходиться без какой-либо помощи представителей главной дружины. И вот в основном, как показывает практика и как показывают результаты в матчах с участием нашей молодежки, которая крупно практически не проигрывает, в основном в один, максимум в два мяча, решающими становятся действия вот этих самых взрослых футболистов, которые представляют главную команду. Они, конечно, за счет опыта, за счет мастерства разбираются и делают результат. Горячкин должен выйти из ворот. Ну и ошибка голкипера. Не хватило ему скорости. И летает в ворота Краснодара. Пустые ворота посылает мяч 89 номер Амкара. Грубейшая ошибка. Провал по центру обороны. Это свойственно нашей молодежке. Кирилл Сидоренко открывает счет. 1-0. Очень просто все. Заброс по центру. Провал в обороне. Горячкин вылетел на пожар, как говорится. Ну, вратарь пытался каким-то образом ошибку своих оборонцев исправить, но скорости явно не хватило Горячкину. Чуть раньше бы пошел, успел. Ну, а так он сделал, что называется, размах такой на рубль, а по мячу не попал и на копейку. ...1-0 и приходится отыгрываться краснодарцам. Хотя ничего не предвещало для них беды. Начали они достаточно уверенно встречу. 14-я минута. Стало голевой. Не 14-е, 13-е сейчас, точнее. 13-я минута стала неудачной для Краснодара. Обидно будет, конечно, финишировать на последней строчке молодежки Краснодара. Такого результата никогда не было у нашей команды. Но что делать? Тем не менее, время есть еще. Не будем посыпать голову пеплом. Раньше времени. Красавчик!
потерял мяч в центре поля. Крыжевских не смог его подстраховать. Гамолян зажигает свечу. Горячкин остается в воротах. Не идет бороться. Удается Мальцеву вынести мяч и штрафной. Антон Мальцев, 97-го года рождения. Совсем юный защитник. Немногим старше Андрей Гамолян, 96-го года. Эта связка только недавно играет вместе. И вот, к сожалению, львиная доля забитых мячей вот, так, вот таким образом и влетает в ворота нашей команды. И следует просто забросы с глубины. И молодые защитники не знают, что делать вот с таким вот, несложным развитием атаки соперников. Запускают нападающего себе за спину, а потом уже палить поздно, потому что это будет удаление. И потом все заканчивается плачевно для нашей команды. Это опыт, это просто его отсутствие. Как говорят умудренные опытом люди, есть такое выражение, на результатах международных матчей сказывается не столько опыт международных встреч, сколько полное его отсутствие. Вы понимаете, что можно так говорить не только о международных играх, но и о любых матчах. Батютин там из-под прессинга соперника вышел с честью. 18-я минута пошла. Вот, смотрите, ошибка Гамоляна на ровном месте. Слава богу, Пермяк оказался тоже не готов к такому развитию событий. Хорошая погода в Перми. Наверное... градуса 23-24 тепла сейчас. Прилетели мы вчера вечером. Говорят, что вчера вообще было под 30 днем. Сегодня обещают 25-26 в разгар дня. Ну, собственно, сейчас и есть разгар дня. 15 часов по пермскому времени. Такое начало матча датировано идет. Таким временной отсечкой такой. Вечером в момент начала матча основных составов градуса 23 ожидается. Ну, то есть прекрасная погода, практически не ветерка. Газон искусственный, как вы понимаете, но хорошего качества для Саранского. Он главный судья, посмотрел на него и вот так поговорился. Саранск, кстати, да, Саранск вернулся в премьер-лигу. Саранск в следующем сезоне будет принимать ее матчи. И Краснодару там придется сыграть. Ну и Амкару тоже. Что касается зрителей, ну их так вот навскидку на трибунах никак не больше сотни. Может, десятка 7-8 на самом деле. Четверг, середина дня рабочего, сами понимаете. Да еще и команда выступает крайне неудачно, поэтому вряд ли можно было ожидать больше зрительской аудитории. Ну, скажу, здесь во все времена в Перми на молодежку много народу не ходило. Даже когда игры были в выходной день. И молодежка Амкара выступала куда удачно. Ну, а Краснодар, я думаю, заняв последнее место в таблице, даже если займет, хотя не факт, далеко. Смотрите, вперед сейчас рвался Андриенко, заработал угловой. Займет первое место по посещаемости матчей молодежных составов. Я думаю, что у нас где-то средняя посещаемость на отметке зрителей в 500-600 на домашних матчах становится. На самых таких посещаемых было и в районе 1000 и больше. Любят в Краснодаре футбол, несмотря на то, что много команд у нас в городе и в крае. Даже на молодежные матчи народ собирается. По крайней мере, поклонники Краснодара. Про Кубань этого не скажешь. Удар этот с острого угла Андриенко наносил уже после свистка. По-моему, там игру рукой зафиксировал рефери. Кто-то из краснодарцев. Так что в опасные моменты мы не будем записывать этот эпизод. Тем временем 21-я минута. Встреча уже подходит к концу. Не Нарубин далеко ввел мяч, это я так голкипера Ивана Коновалова называю. Не покидает меня ощущение, что Сергей Нарубин в ворота молодежь.
Редкая вылазка пермяков в штрафную Краснодара завершается еще одним угловым. Вот пермяки атакуют реже, но, что называется, редко до метра. Ну, наверное, тренеры пермской команды разбирали игру своих соперников и поняли, что так будет легче сломать оборону краснодарцев, когда юные защитники не успевают закрыть все зоны, когда много свободных зон, тяжело пока еще молодым горожанам. Хорошая была скидочка такая головой на ближней штанге. И удар от дальнего угла вратарской наносил игрок под 18 номером Алексей Курзинев. Нападающий 95-го года рождения. В Локомотиве до этого выступал молодежным. Сейчас защищает цвета Амкара. Хороший удар нанес, на опережение сыграв. Не попал в ствол. Ну, а краснодарцам, наверное, сейчас как раз и стоит сетовать на вот тот стопроцентный момент, который не реализовал Батютин. Забей тогда, Андрей совсем по-другому могла поиграть. Ну, а сейчас пермяки, выйдя вперед, наверное, еще в большей степени по счету действовать. Они и так очень активно игру не начинали, не неслись, сломя голову вперед с первых минут. Очень аккуратно старались действовать. Вот теперь, забив мяч, они... Смотрите, вот сейчас практически... В девятером за линией мяча обороняются лишь один вот этот форвард автозабитого гола. Ярко выраженный такой мощный центр-форвард Кирилл Сидоренко находится впереди. Там где-то на подхвате Курзинев. Нет, это Голдобин. Голдобин, прошу прощения. Все остальные глубоко за линией мяча, все остальные обороняются. Пытался пробросить мяч между соперниками Агеев. Не вышло. Подбор за Голдобиным, а это Иван Соловьев. Пока не заметил. Без сомнения, этот очень талантливый футболист. Вот сейчас технично сыграл на бровочке, сохранил мяч, когда, с которой соперник ему, как говорят сами футболисты, засунул. Очень неудобно. Невысокий темп. Лео Гагличидзе зря сейчас предъявляет, задает вопросы арбитру. Сзади он атаковал соперника и, наверное, ноги задел. Все-таки мне отсюда не очень хорошо видно, но я думаю, что вряд ли он сыграл 100% чисто в этой ситуации. А раз был контакт с ногами, значит, было и нарушение правил, поскольку сзади атаковать нельзя соперника. Хорошо. Вот здесь ни игры нет, и Соловьев с мячом бьет, отражает прямо перед собой. И вот снова вы видели диагональ за спину защитникам, и некоторое время оборонцы Краснодара просто стоят и смотрят, куда летит мяч, вместо того, чтобы перекрывать зоны, перекрывать соперника. А вот когда видят, что летит уже к кому-то из оппонентов, уже поздно, накрывать не успевают. Вот сейчас на 25-й минуте атаковал Иван Соловьев с угла вратарской. Молодец Горячка. Не сплоховал. Отлично. Отлично. Ну, еще один угловой. Вы знаете, постепенно к пермякам преимущество переходит. Хотя сейчас, казалось бы, атаковать-то должен больше Краснодар. Но пермяки поняли, что... А почему бы нет, собственно? Если соперник позволяет играть, почему бы не пытаться играть самим? И вот все опаснее и опаснее атака хозяев поля. А гостям после вот того шанса, который на 8-й минуте упустил Батютин, больше и не удается подойти. Владением Коновалова на расстояние выстрела, что называется.
Гвинчидзе технично сыграл на фланге. Крыжевских пас вперед. Неплохая скидка Акимов с мячом. Ну что это было, Илья? Никита, прошу прощения. Сам не понял. Ускочил. Отлично, иди! Возвращается назад. Снова защитники проваливаются, выполняя искусственный офсайд. И лишь отчаянный подкат Мальцева спас ситуацию. Но не до конца. Угловой будет. Уже четвертый или пятый угловой ворот Краснодара. Выбил мяч подальше за пределы штрафной, а там 34-й номер Амкара Илья Кричмар на ровном месте ошибся. Отправил мяч за боковую. Да, смотрите, вот не видели мы в начале игры этого, а сейчас прессингуют пермяки, и краснодарцы из-под этого прессинга выйти-то не могут, скажем прямо. Хаос такой легкий сейчас в штрафной, на поступах в штрафной Краснодара мы наблюдали, который завершился ударом Джан-Луки Нихолт. С полулета бил Нихолт, положил корпус и не попал в створ ворот. Непростая ситуация была для удара. Ну что, у нас 29-я минута встречи идет, и вот мои впечатления таковы, что Краснодар, если ничего не изменит, если будет так же медленно раскатывать мяч, то ровным счетом ничего не сможет добиться в этой игре. Лишь какими-то нестандартными действиями, игрой на скорость, можно будет взломать эту насыщенную оборону. Если вот так отдавать мяч соперникам по чендре, то кроме беды на свои ворота больше ничего не накликаешь. Но это Горячкин чудит. Минут 10 поиграла в футбол молодежка Краснодара, и потом начинается какое-то коллективное безумие. Иначе вот я не назову то, что сейчас происходит, честно говоря. Каждая вторая передача сопернику, причем зачастую абсолютно не обоснованы эти ошибки. Никто не атакует. Сложно сказать. Да, молодость, да, отсутствие опыта, но хотя бы какие-то элементарные тактические действия можно выполнять технически. Чему-то же вас учат на тренировках в школе. Столь беззубо играть с последней командой молодежного первенства. Мне как комментатору очень сложно найти там какие-то разумные оправдания. Вы меня простите. Хаос, сплошной хаос в игре тех и других. И главное медленно. Все пешком. Так защитники мяч перекатывают, а впереди никто и не открывается под ним. Вот Агеев, спасибо ему, совершил рывок и начинает неплохую атаку. Есть у Шляхова зона для продолжения. Возвращает он мяч Агееву. Александр бьет и попадает своего партнера в Огурцова. Куда Огурцов открывался в этой
комбинации. Честно говоря, я не понял. Он фланговый игрок, ну, по той модели игры, которую пытается проповедовать Краснодар. Он должен быть фланговым нападающим. Зачем он пошел сейчас в центр, где и так было большое скопление игроков, непонятно. И как следствие, именно в него и попал мяч под удар Агеева. Я бы понял, если бы он зону для крайнего защитника освободил. Но мы все видели, что в развитии этой атаки Шляхов подключился по флангу, включился, потом остановился, сдвинулся немножко в центр и сыграл на Агеева. То есть он уже по флангу никак никуда не врывался. Именно в эту зону и должен был пойти Огурцов. Может быть, тогда Агеев бы не бил поворотом, что он делал в большей степени от безысходности, а и отдал бы передачу на Огурцова. А может быть, и защитник бы тогда, а то и двое на этот фланг сдвинулись, и у Агеева бы и в центре появились продолжение для атаки. Я намеренно так много этому эпизоду уделяю внимание для того, чтобы объяснить, что просто элементарно неграмотно тактически играют футболисты. Ну и вот смотрите, опять... Нет адресатов. Гагличидзе, ну а Крыжевских отдает мяч сопернику. Вообще никто Павла не атаковал. И отдал он пас туда, где никого не было из соперника. Хороший. И получите контратаку. Удар от ворот, к счастью. Там вел борьбу, по-моему, Мальцев с соперником. Курзинёв. Жестко, но в рамках прав. Но там буквально каких-то мгновений какого-то шага не хватило Курзинёву, чтобы от лицевой выполнить нацеленную передачу назад. Там сразу два или три игрока в черно-красной форме, в красно-черной форме набегали. Это Мальцев, порадует. Неточность передач он продолжает. Соперники тоже грешат неточностью, но они в атаке хотя бы совершают все свои потери. А краснодарцы на своей половине поля или в центре. Согласитесь, это большая разница. Агеев единственный, кто вот какой-то разум в атаке Краснодара пытается вдохнуть своими действиями. И сейчас здорово перевел на Шляхова. Шляхова опять никто не атаковал. Что он сделал? Он, наверное, подавал. Мяч ушел за ворота. Но если это был удар, то тоже крайне неудачно. Виражи заложить, и у него получается сегодня это делать. Саша пока светлое пятно в прямом и переносном смысле. Прямом, потому что он светловолосый молодой человек. Угловой зарабатывает Краснодар, Лео Гагличидзе. Он, кстати, неплохо поддерживает атаки по своему левому флангу. По крайней мере, регулярно это делает на постоянной основе. Акимов пошел подавать стандарт. Подача на дальнюю штангу, но очень спокойно Иван Коновалов выбирает позицию, выбирает снаряд в руку. Мальцев сбрасывал в опорную зону мяч этот. Никого из партнеров его там не было. Джанлука Нихалт, вполне себе взрослый, созревший голландец, сыграл тоже сейчас как неоперенный юниор на ровном месте. Взял, да и саданул мяч в аут. Ну, в общем, пока, да простят меня те, кто симпатизирует и тем, и другим. Поверьте, я тоже очень симпатизирую нашим ребятам из молодежки. Падает. Не первый раз уже падает Никита Акимов, или это Батютин, это был Акимов на ровном месте. Так вот, я и тем симпатизирую, да и другим тоже. Всегда я пристально стараюсь следить за молодыми футболистами, которые играют в молодежном первенстве, поскольку это будущее нашего футбола. И как знать, может, кто-то из них скоро
времени в составе Краснодара окажется, почему нет? Я имею в виду не только наших ребят, но и пермяков те же самые. Так вот, просят меня поклонники обоих команд, но пока игра полностью по своему содержанию оправдывает статус последней и предпоследней команд молодежного клуба. Пермяки, как я вам сказал уже, наверняка разобрали игру нашей команды и понимают, что наши защитники не очень уверенно чувствуют себя, когда мяч направляется им за спину. Вот один раз это прошло, после этого еще попыток 5-6 было такими передачами вывести кого-то на удар. Ну вот один раз Соловьев все-таки довел дело до удара, а остальные все крайне неудачные были попытки. Агеев, он вообще без потерь практически сегодня действует. Это Крыжевский. Сыграл вперед. Молодец. Шляхов. Пробелы в технике. Увы, я. Передача не самая простая была, но вполне удобоваримая для приема. Ну, вот этим же отвечает и Кричмар. Огурцов. Агеев. Хорошо, технично. Андриенко на Шляхова. Подает Шляхов. Батютин не успевал к этому мячу. Вы знаете, почему не успевал? Подачи большинства наших молодых футболистов. И сейчас я говорю не только о Краснодаре, а вообще о российских игроках, поскольку все матчи молодежного первенства с участием нашей команды, конечно же, смотрю. Так вот, большинство подач идет куда-то в направлении. Не раз я говорил уже по ходу своих репортажей об этом. Почему так много мячей забивается со второго этажа в европейских чемпионатах, особенно если мы говорим об Англии. Не потому, что там лучше играют головой, там лучше, выше культура этих самых подач. Там вкладывают мяч в голову, что называется, а у нас так подают куда-то. А вдруг там кто-то будет, а вдруг поборется. Агеев заработал угловой. Недоволен Саша. А почему недоволен Саш? Ну ты сделал, что мог в этой ситуации. Там и продолжений-то особых не было. А обыграть было тяжело. Соперник грамотно пласировался. И Александр сам был без скорости. Без скорости обыгрывать непросто. Можно разыграть. Быстрее надо было в этом случае ставить мяч. Батютин. Будет подавать все-таки. Подает. Ошибается Минин Арубин. Но ничем эта ошибка не заканчивается. Андриенко борется в штрафной. Соперник выше. Смешная ситуация сейчас. Работник Пермского клуба подсказывает мне, вратарь не Нарубин, Коновалов. Да я знаю, что Коновалов. Ну, похоже на Нарубина Сертяка. Слышал звон, да не знаю, где он. Андриенко. Андриенко рвался по правому флангу. Мяч вышел за боковую от него, от его ноги. Так считает ассистент главного арбитра. Судя по расположению, это первый ассистент, значит, это Целоусов. Гагличидзе на подборе. 40 минут у нас тем временем позади в матче. Не могу сказать, что время летит незаметно. Игра, откровенно говоря, виловата. Минимум не просто опасных моментов, минимум точных передач. Но вот сейчас неплохой перевод. Успеет к мячу Соловьев. У него высокая скорость, но даже ее не хватило. Неплохой перевод, это я сказал по мысли, потому что зона-то была действительно гигантская перед Соловьевым. Делает точную передачу, и игрок с такими скоростными способностями наверняка бы мог бы как-то использовать этот шанс. Но
пас оказался по точности далеким от идеала. Крыжевских проигрывает борьбу, что, к сожалению, с ним случается сплошь и рядом. Шлях. Вот так вот на Гамаляна. Поперек поля. Медленно, спокойно. Конечно, мы же ведем в счете. Применительно краснодарцам, я говорю. Куда спешить? Ниже последнего места все равно не упадешь, правильно? Ветераны побыстрее играют в футбол. Поверьте, я бываю на матчах ветеранов. У них еще есть порох мраховница. Краснодарцы показывают даже не ветеранский футбол, а порой. Иди! Иди, 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 иди! Стоячий абсолютно. Угловой. Вот угловой. Пермяки играют, наверное, все-таки по счету. Вот та вспышка небольшая в середине тайма, когда я сказал, что они начали перехватывать инициативу. Это, видимо, так по эпизоду случилось. Несколько стандартов подряд подали. А потом опять сели. Вот смотрите, что сейчас было. Ну, такое... Нарочно не придумаешь, только в программе можно показывать. Поставил мяч футболист, чтобы выполнить угловой. Споткнулся, сам ногой этот мяч задел, тот скатился из сектора, покинул пределы поля. Арбитр показал, все, ты угловой произвел удар. Ну и судья, наверное, прав в этой ситуации. Но только в этом матче такое можно увидеть. Сорок три минуты сыграно. 1-0. Унылый для Краснодара счет. Идут хозяева поля. Унылый футбол мы наблюдаем. Ну, надо называть вещи своими именами. Я очень надеюсь, что не будет унылым футбол, который мы с вами будем смотреть вместе вечером, когда сыграют основные команды. О всех турнирных раскладах в этой дуэли. Вообще в последнем туре мы поговорим, наверное, во втором тайме. Поскольку если будет футбол продолжаться вот в таком же виде, то, наверное, больше не о чем и говорить. Можно играть, и это на руку краснодарцам. Почему не отдал пас на Андриенко сейчас Огурцов? Но вот может здесь что-то получится. Акимов входит в штрафную, получает по ногам Никита, но арбитр показывает, что можно продолжать играть, тем более, что Краснодар владеет мячом. Агеев! Но вот едва ли не первую потерю Саша совершает за весь этот первый тайм. На 45-й уже минуте его, и то не совсем потеря. Мяч отскочил в борьбу, и там Шляхов его вернул своей команде. Ну что, последняя минута, вряд ли будет что-то добавлено, потому что не было остановок, поэтому нам нужно эту минуту постараться Краснодару использовать максимально. Ну что это, Женя? И Женя пас отдал не очень хороший. И Агеев абсолютно не готов был, что мяч хотя бы на метр вперед пойдет. Рванулся бы вперед и был бы с мячом. Ну, вот я сказал, что остановок не было. Остановка первая на 45-й минуте. За 20 секунд до конца впервые медицинская бригада на поле. Там кто-то из пермяков лежит. Игроки бегут попить водички. Ребят, да потерпите, сейчас уже вот ваш одноклубник покинет пределы поля, я думаю, прозвучит свисток. Ильдару Годунову, рефери из Саранска. Ну, нет повода добавлять больше, чем 20, ну, максимум 30 секунд. А может, и этого не стоит. Знаете, по тому футболу, что соперники в первом тайме демонстрировали, можно добавить сколько угодно, я думаю, мало что изменится. Опаньки! Вот это номер! Представляешь? Коновалов с мячом.
да, вот он, свисток, конечно. Не стал мучить себя и болельщиков. Дар Годунов отправляет команды на перерыв. Амкар ведет 1-0 после первого тайма. В этом в целом равном пока матче. Пермяки использовали свой шанс. Есть еще 45 минут. Будем надеяться, что игра в эти 45 минут будет гораздо более живой и интересной. Пока же отдохнем. Thank you.
Камера вырубилась. Все, с концами. Thank you.
Thank you.
Крайняя игра. Хорошая работа. Только что началась вторая половина матча заключительного 30-го тура первенства молодежных составов. Амкар принимает Краснодар, видимо, после первых 45 минут со счетом 1-0. Паузу небольшую записал, замены. И вот сейчас после этой атаки познакомлю вас с тем, кто вышел на поле. Нет, ничего не получается у краснодарцев. Итак, составы команд еще раз для тех, кто не с самого начала наблюдает за игрой. Ну и для тех, кто с самого начала за ней наблюдает, я освежу их памяти, плюс сообщу о тех свежих игроках, которые вышли на поле и в той, и в другой дружине. Амкар Пермь, красно-черная форма. Иван Коновалов, воротах, 94 номер. По ходу встречи я не раз называл его мини Нарубина, по той простой причине, что этот юный голкипер очень напоминает издали основного стража ворот пермской команды. Итак, Иван Коновалов, 68-й, Илья Кричмар, 34-й, Никита Пермяков, 44-й, Андрей Придюк, 45-й, Сослан Таказов, 30-й. Андрей Анферов, 60-й, Джанлука Нихал, 32-й, 93-й, Иван Соловьев, 61-й, Никита Голдобин, 89-й, Кирилл Сидоренко. И вместо 18-го Алексея Курзинева на поле вышел Роман Урхов, 47-й номер.
Краснодар, зелено-черная форма. Дмитрий Горячкин, 61-й, Лео Гагличидзе, 91-й, 93-й, Антон Мальцев, 46-й, Андрей Гамолян, 43-й, Руслан Шляхов, 57-й, Никита Акимов, 58-й, Павел Крыжевских, капитан команды, 76-й, Александр Агеев, 68-й, Андрей Батюдин, 82-й, Николай Огурцов, 41-й, Евгений Андреенко. Назвал я вам Никиту Акимова, 57-го, но его на поле на самом деле уже нет, вместо него вышел Инал Черчесов. Инал Черчесов под номером 90. Это совсем юный воспитанник нашей академии. Вот он с мячом 97-го года рождения. Евгений Калешин руководит молодежкой Краснодара. Эрик Ашурбеков, старший тренер молодежного состава Амкара. Ну и судьи. Ильдар Годунов, город Саранс, первая категория рефери. Помогают ему Владимир Целоусов, Перм, первая категория. Михаил Черемных, Перм, первая категория. Владимир Шимановский, Перм, первая категория, резервный судья. Анатолий Владимирович Маляров, известный в прошлом рефери, это инспектор сегодняшнего матча. В первом тайме, это для тех, кто не стал его свидетелем, скажу, что игра шла в целом равная, с минимальным количеством острых моментов, что было обусловлено гигантским, опять же, количеством брак. Причем брака необоснованного, вот такого, как сейчас мы видели в исполнении Евгения Андреенко, который принимал мяч совершенно свободно, но тут отскочил от него на несколько метров. В честь Евгения он сам поборолся за него и вернул владение мячом. Вот такой вот футбол, немножко хаотичный, сумбурный, с, повторюсь, большим количеством брака, ошибок, минимумом точных передач, еще больше минимумом красивых. А так их можно перечислить сколько-нибудь запоминающиеся атаки, острые моменты по пальцам одной руки, в общем-то на 8-й минуте 100% шанс был у гостей. Андрей Батютин замыкал диагональный такой кросс, метров с трех буквально бил в лед и взял чуть выше створа. На 13-й минуте пермики открыли счет. Такой достаточно простой заброс за спину защитников поставил их в тупик, краснодарскую оборону. И вышел один на один центр форвард соперников Кирилл Сидоренко. На него, в свою очередь, вышел за пределы штрафной наш голкипер Дмитрий Горячкин, но сделал это не очень быстро, не успел к мячу. Тут форвард протолкнул снаряд мимо голкипера и пробил пустые ворота. Ну, еще пару таких моментов неплохих было у хозяев поля. После углового там Курзинев бил головой, створ не попал. Но я не могу сказать, что это 100% был опасный момент. А вот Иван Соловьев с угла вратарской бил уже, в общем-то, практически без помех. Очень похож был момент на тот, который не реализовал Батютин. Только Соловьев, в отличие от Батютина, попал в створ, но там Горячкин был на чеку и отразил снаряд. Вот, собственно, и все. В дальнейшем даже подходов к воротам мы практически не видим. Краснодар чуть больше владел мячом, но в основном в центре поля или на своей половине его перекатывал. Вся более-менее, ну не то что острота, а какая-то мысль у гостей исходила в основном от Александра Агиева, который играет под 76-м номером. Он как-то пытался направлять действия своих партнеров, координировать их точными передачами, но, к сожалению, практически не находил никакого отклика на эти свои позитивные, в общем-то, игровые посылы. Ну, может быть, и замена этим обусловлена, потому что Акимов был не ярок, не заметен, не очень активен. Ну, если честно, в таком случае тогда менять можно было всю среднюю линию. Очень слабое движение. Причем это касается обеих команд. Я бы не сказал, что сегодня очень жарко. Градуса 23-24 температура воздуха, но команды двигаются так, как будто 44 градуса. Ну, кстати, во втором тайме чуть-чуть забегали и те, и другие. Видимо, получили накачку от тренера, что негоже вот в таком пешем прогулочном ритме завершать сезон. Для тех, кто еще не знает, напомню, сейчас разыгрывается последнее место. Потерпевший сегодня поражение замкнет турнирную таблицу молодежного первенства, включая ничьей этим последним коллективом Санит Амкар. Но пока пермики впереди. Хотя, скажу честно, по игре, ну да, наверное, по опасным моментам они чуть больше их создали, но в целом по игре они не выглядят лучше краснодарцев.
не пустили к мячам, к мячу Батютина. Защитник и должен был так сыграть. 53-я минута у нас впереди. Иван Соловьев боролся за мяч. Знаете, я ожидал, что вот Иван Соловьев на вот этом фоне, в общем, молодых игроков будет выделяться. У человека есть опыт игры и мячи забитые в премьер-лиге. Но нет. Кроме одного эпизода, когда он бил поворотом, да и то пробить можно было получше. По сути, по вратаря попал Иван. Больше ничем не запомнился. Игра рукой. Абсолютно верно. И Павлу Крижевских не надо хвататься за голову или что-то пытаться объяснить судье. Да, был контакт там какой-то, но никто его не втаптывал, что называется, в газон. Ну, если при каждом легком контакте падать, то зачем выходить тогда играть на поле? А он упал и руками задерживал мяч, так что поддержу я здесь полностью решение рефери. Абсолютно справедливо назначенный штрафной. Джанлука Нихал, голландец, единственный легионер в сегодняшней игре. Нет, еще, вы знаете, является легионером Кирилл Сидоренко. Ну, он молодой футболист, 95-го года рождения. Он стоит буковка И, его фамилия, на автозабитого мяча. Вот не знаю, кого он представляет, какую страну. А вот Джанлука Нихал голландец, и, честно говоря, его игра в первом тайме тоже ничем не выбивалась из ряда игр его партнеров. А это Даниил Фомин, меняет он Александра Агеева. То, что Фомин выходит, это хорошо, он все-таки креативный игрок. То, что Агеева меняет, это минус для команды. Саша был лучшим на поле. Но я вам открою маленький секрет. Александр будет в заявке основных составов сегодня. Конечно, шанс, что выйдет на поле, он невысок. Но, тем не менее, вот дали ему сыграть 55 минут почти. И все может случиться. Дело в том, что у Краснодара много травм и дефицит русскоязычных футболистов в заявке. Именно поэтому Сашу решено включить. А мало ли, вдруг получится сразу три русских игрока травмы, и нужно будет их кем-то менять. Ну что ж, пермякам станет, я думаю, еще легче после ухода Агеева. Хотя, как знать, может быть, Фомин сейчас своим выходом как раз и внесет перелом в игру. Даниил Фомин совсем юный игрок, 97-го года рождения, как и Черчесов. Вообще, таковых четверо у краснодарцев на поле. Пермяков только один 97-го года, это Голдобин. Ну, а все остальные намного старше, третий, четвертый год. В основном, считая Нихал, которому вообще 24. Большой резерв у Евгения Калешина, поскольку буквально накануне, вчера, нет, позавчера, прошу прощения, состоялся у нас матч второй команды, которая выступает в зоне юг второго дивизиона, Краснодар 2. Вы знаете, что у нас всего там 34 где-то человека, 35, которые на эти две команды, что называется, работают. Такое разрешено, они могут играть, эти ребята, в молодежных составах во второй лиге. Вот в той игре наши ребята обыграли соперников из Краснодарского края, же из новокубанского биолога 2-0. Вот из тех ребят, кто участвовал в этой встрече, лишь Александр Агеев, если мне не изменяет память, прилетел сюда. Поэтому небольшой резерв, повторюсь, у Калешина. Вот двое уже вышли на поле, Даниил Фомин и Инал Черчесов. Есть еще Алексей Орлов, 54-й номер. Владислав Скляр, 80-й. Это еще двое футболистов 97-го года рождения. Кирилл Морозов, 95-го года. Он тоже, по-моему, принимал участие в игре вторых команд. А хотя нет,
прошу прощения за внимание. И Всеволод Ермаков – это голкипер. В принципе, он считается в молодежном составе в большей степени основным вратарем. Но сегодня дали шанс проявить себя Диме Горячкину, который не так много по ходу сезона появлялся на поле. Ну, пока к нему никаких претензий. В одном эпизоде выручил, в другом не выручил. Ну, наверное, и можно, да, все-таки по пропущенному мячу и к нему предъявить претензии. Но первично там все-таки вина центральных защитников, которые прозевали форварда, позволили ему выйти один на один. А там уже Дима пытался спасти ситуацию, вышел из ворот, но не успел. Хотя, если бы остался в рамке, что называется, ну, был бы чистый выход один на один, и у форварда было бы тогда богатое поле для обстрела, что называется. Тоже мало на что можно было рассчитывать. Четко по центру выходил нападающий. Так что выход был оправдан, просто можно было чуть побыстрее постараться. Ну, впрочем, тут эпизод уже давно в прошлом, в атаке Батютин, он доходит до лицевой, простреливает, успевает прострелить от самой ленточки, но уверенно действует Коновалов на последнем рубеже. И смотрю я, замена у краснодарцев. Листок замены передал начальник нашей команды Евгений Крячик резервному арбитру, кто выйдет на поле, кто-то из молодых, по-моему, игроков совсем 97-го года рождения. Это Скляр. Владислав Скляр, это дебют для Владислава в молодежном первенстве. Никогда раньше он еще не появлялся на поле, и в заявке тоже его не было. Так что дебют во всех отношениях для Владислава. Пожелаем ему удачи. Игра продолжается, в общем-то, в том ключе, что и до перерыва. Краснодар больше владеет мячом, большими силами атакует, но медленно все это делают черно-зеленые. Пермяки без особых каких-то проблем, без видимого напряжения атаки прерывают. Да, можно будет сказать после игры, что мы атаковали, мы провели матч в атаках, но вы понимаете, те, кто видит своими глазами, что происходит, что атаки атаками, но эти атаки должны быть на гол, что называется. Пока же они очень далеки от взятия ворот соперников. Вот может сейчас что-то получится. Нет, неточный пас Огурцова. Вечидзе тут же включается в игру. Огурцов. Пируэт выписывает Крыжевских. Крыжевских направо сейчас передаст на Шляхова. Шляхов не раз уже подавал со своего фланга с разной степенью успеха. Сейчас не очень удачно получилось. Однако атака продолжается. Андриенко навязывает борьбу сопернику в пределах штрафной площади Амкара. Пермяки выходят из обороны в контратаку, но быстрое наступление у них вряд ли получится. Хотя и краснодарцы, вы знаете, как-то так не стримглав идут назад, но для них заканчивается все вполне благополучно, потому что пас не точный. Выполнил кто-то из футболистов Амкара. Владислав Скляр уже минуты полторы находится на бровке, но мяч не покидает игру, поэтому и замену произвести нельзя. Вот сейчас Павел Крыжевских ровно дает возможность своему юному партнеру вступить в игру. Кого он меняет? Евгений Андриенко. Ну что ж, я так думаю, что это замена по позиции. Владислав Скляр пойдет на острие атаки. Так и есть. У Краснодара новый центр форвард последний. 28 с копейками минут игры. Желание Евгения Калешина как-то обострить игру впереди вполне понятно и логично. Андриенко себя, откровенно говоря, за этот час небольшим никак не проявил. Ну и шансов-то не было особо. Как принято говорить в таких ситуациях, партнеры держали его на голодном пайке.
Скляр. Первое касание. Мяч не потерял. Более того, бросает вперед Инала Черчесова. И лишь своевременный выход вперед Коновалова прерывает эту атаку. Неплохо вступил в игру Владислав Скляр. Фактурный такой нападающий. Может, мяса, что называется, не хватает пока. Но хороший рост у него. Умеет мяч корпусом закрыть, что сейчас показал. Да и поле видит. Это вот так первое впечатление по одному эпизоду. Ну и снова неспешно. В общем-то, очень предсказуемо атакуют краснодарцы. Более того, как только начинается какой-то прессинг со стороны пермяков, сразу проблемы у гостей. Фомин неплохо сыграл головой, а вот до Шляхове того же самого не скажешь. У него было гораздо больше времени и возможностей сыграть точнее. Отдал мне соперник. Но это Павел Крыжевский. Уже не первый раз делает такую вот передачу свою. Негодует буквально Евгений Калешин в своей технической зоне. Три замены он произвел. Ну, Кирилл Морозов еще может каким-то образом оживить игру. Да и Алексей Орлов тоже. Оба они игроки, способные усилить в атаке игру команды. Крыжевских, Черчесов, вновь Крыжевских. Шляхов. Огурцов. Черчесов. Пошел в обыгрыш, потерял мяч и контратака. Пермяков захлебывается не на чаш. Монотонный футбол мы наблюдаем. В общем, сказалось, что вроде как чуть поживее стали команды действовать, но это так, знаете, послушали тренеров в раздевалке, вроде бы что-то восприняли, вышли, чуть-чуть завелись, но прошло несколько минут, и все возвращается на круги своя. По крайней мере, пока так. 20 минут второго тайма позади. 65, соответственно, сыграно. 1-0 по-прежнему Пермь впереди в этом противостоянии. Ну, наверное, сейчас вот самое время сделать то, что я обещал незадолго до перерыва, поговорить о матче главных команд, который, в общем, достаточно скоро уже начнется. Если быть точным, то через 4 часа ровно. Арбитр тем временем на водопой отправляет соперников, и они так бредут, иначе не скажешь, месту, где им выданы бутылочки с живительной влагой. Ну вот вовремя начал я говорить о матче вечернем. 4 часа осталось действительно до начала этой встречи. Матч этот имеет колоссальное турнирное значение, но для Краснодара. Для пермяков, ну, номинальное. Конечно, всегда хочется попрощаться со своими болельщиками, со своей публикой, достойной игрой, победой. Это желание у каждой команды, тем более у Амкара, который уже 9 туров не знает вкуса этой самой победы. Весеннюю часть сезона пермяки начали, что называется, за здравие. Разгромили, просто разорвали в клочья на своем поле Волгу Нижегородскую со счетом 5-1. И тогда Амкар многие считали одним из главных претендентов на попадание в зону Еврокубков. Но потом команду стало лихорадить. Сменился у нее главный тренер. Станислав Черчесов ушел в Динамо. Константин Парамонов, легенда местного футбола, возглавил команду. Но игра ее была и остается блеклой. 9 матчей, 4 ничьи, 5 поражений. В общем. И не уже ни о каких Еврокубках в Перми не мечтают. Сейчас команда идет на 10 месте. В случае успешного исхода последнего матча и дружных неудач трех соперников, пермяки еще могут финишировать 7-ми. Ну а в реалиях, наверное, выше 8-9 места вряд ли удастся подняться. Ну все может быть в футболе. Поэтому, повторюсь, Пермь будет биться за престиж и за честь, что ли, за любовь своих болельщиков.
Ну а Краснодар за первые для клуба Еврокубка будет сражаться. И нашу команду устраивает ничья в этом противостоянии. Здесь в Перми на стадионе «Звезда» Краснодар никогда в своей истории еще не проигрывал. С Амкаром наша команда здесь встречалась неоднократно. Если быть точными, уже 4 раза. Один в рамках Кубка России выиграли наши ребята 1-0. В чемпионате тоже 2-0 выигрывали. Дважды сыграли в ничью, оба раза по 2-2. И в этом же году здесь наши ребята проводили выездной матч с Томской Томью. Эту игру перенесли из Томска из-за неудовлетворительного состояния поля. В сибирском городе и вновь ничья была зафиксирована 1-1. Таким образом, в общем-то, «Звезда» достаточно неплохой стадион для Краснодара, хотя и не любят наши ребята играть на искусственном поле, это для них непривычно, тем не менее. Будем надеяться, что и сегодня поражения не будет, а любой другой исход для Краснодара будет означать 5-е место. Хотя, собственно, могут и на 4-е место подняться «Быки», в случае, если же «Спартак» выиграет у «Динамо», а наша команда обыграет «Амкар». Ну а вообще, если говорить о чисто математических шансах, вот три исхода может быть у матча «Краснодар-Амкар», три исхода у матча «Спартак-Динамо». Если же говорить о парах исходов, то 9 пар, соответственно, перемножаем 3 на 3. Так вот, в 9 вариантах парных исходов этих матчей лишь один вариант за «Спартак». Только в случае своей победы и поражения Краснодара красно-белые обойдут его, наших ребят в турнирной таблице, станут 5-ми. Краснодар останется 6-м и вне зоны Еврокубка финиширует, поскольку 6-ю путевку Ростов как обладатель уже получил на следующий сезон для участия в европейских турнирах, а точнее в Лиге Европы. Во всех же остальных раскладах Краснодар станет 5-м, а может и 4-м, как я уже сказал. Так вот, математически за нашу команду 89%. Это точно 88%. Только 11% на то, что «Спартак» займет 5-е место. Но нельзя ни в коем случае исключать этот вариант. «Спартак» «Динамо» — это дерби, а в дерби неважно, какие места занимают команды и в каком они состоянии, может случиться все. Ну и Краснодару нельзя расслабляться в матче с «Амкаром», поскольку, несмотря на то, что пермяки с турнирной точки зрения практически не мотивированы, повторюсь, это заключительный матч сезона, и перед своими болельщиками пермяки постараются, конечно же, попрощаться с ними хорошей игрой и победой. Поэтому будем болеть, будем следить за этим, ну, наверное, теперь уже можно точно сказать, самым важным матчем сезона для нашей команды, который поставит точку в сезоне, и посмотрим, какая это будет точка. Ну, с раскладами чемпионата России все понятно, с раскладами молодежного первенства. Еще раз повторюсь для тех, кто не знает, все матчи уже сыграны, вот это последний, заключительный, в котором определяется, какая из команд займет 15-е, а какое 16-е место. У Краснодара, конечно, есть шансы 14-м финишировать, если вдруг черно-зеленые смогут одержать сегодня победу, но по такой игре они с трудом не лечат. В этом случае еще и «Зенит» Краснодар сможет обойти на финише. В случае ничьей Краснодар остается 15-м, «Амкар» замыкает турнирную таблицу. Ну а если результат матча сохранится, или же «Амкар» увеличит свой перевес в счете, то краснодарцы замкнут турнирную таблицу, а «Амкар» финиширует на предпоследнем. Ну, такое, наверное, минут на 5 я сделал отступление лирическо-статистическое. Но вы видели, что ровным счетом ничего не произошло за это время на поле. Пару раз Краснодар добирался до штрафной «Амкара» и терял мяч. Вот Пермяков сейчас шанс провести контратаку, которая может быть очень опасная. Удар поворота. Сидоренко упускает шанс на исходе 72-й минуты снять все вопросы о победе. Повреждение получил кто-то из краснодарцев.
Абсолютно хорошо. Дома. Плохо? Да. Помните, да, эпизод на 8-й минуте, пока единственный опасный момент у ворот хозяев поля, когда не забил Батютин. И вот вскоре после этого поплатились краснодарцы за эту расточительность, пропустили мяч в свои ворота, сработал футбольный закон. Не забиваешь ты, забьют тебе. Ну, может, сейчас этот закон обратную силу получит, что ли? Сработает в другую сторону, не забил, не реализовал свой шанс Амкар, может, краснодарцы каким-то образом ответят. Ждем. Ни одного предупреждения сегодня нет, и, в общем-то, не было повода, честно говоря, у Ильи Годунова доставать горчишники из кармана. Команды играют достаточно миролюбиво, относятся друг к другу по-спортивному. Хотя не могу сказать, что кто-то убирает ноги. Вот в этом не укрепнут ни тех, ни других. Ну, грубости нету откровенной, поэтому нету и карточки. Зато вот в избытке таких передач. Чуть ли не каждая вторая следует от Павла Крыжевски. Кирилл Сидоренко, настоящий форвард таранного типа. Смело идет на защитников, ничтожит сумняшися. Терроризирует, таранит оборону соперников. Нет у него какого-то дриблинга такого бразильского. Но есть навыки. Умение продавить оборону соперников, чем он и пользуется. Достаточно удачно пользуется. Именно он автор забитого мяча, единственного в сегодняшней встрече. Крыжевских отбирает мяч. Скляров. Скляр, простите. Отыгрался на Крыжевских, а тот замедлил развитие атаки. И снова в позиционном нападении Краснодар. Ну, вы знаете, ну не идет позиционной атаки. Не могут они взломать такую насыщенную оборону соперников. Ну, попытайтесь сыграть быстрее, передерните, что называется. Может, получится. Вот сейчас Батютин. Ну, что же ты делаешь, Андрей? Мальцев на опережении. Мальцев опережает, Крыжевских нет. Вот сейчас побороться Павлу. Батютин с мячом. Черчесов просил на фланге. Ну, дайте же мяч Инала, уже поздно, уже закрыли. Когда был свободен Инал, партнеры его не увидели. Вот. Гагличидзе теперь отдает пас Павлу. Сколько таких передач, сколько. Невероятное количество. Сейчас скопление игроков было на вот этом участке поля, ограниченном боковой линией и центральной линией игрового прямоугольника. Человек 10 было из той и другой команды. Почему же не перевести на противоположный фланг или в центр? Ну, это Сидоренко. И неплохо. На свободное место там Соловьев. У него есть пространство, отдает пас. Падение было невынужденно игрока. Пермяков тормозил, что называется, резко. Перетормозил, как говорят пилоты Формулы-1. А там лежит кто-то из игроков Амкара в штрафной Краснодара. И нужно выбить мяч за пределы поля. Краснодарцы продолжают атаку. Наконец-то заметили, что лежит соперник в штрафной. Причем лежит совершенно не в той точке, где была игра. Это Сидоренко. Вот сделал он передачу. Рванулся и, по-моему, при рывке как-то неудачно поставил мяч. Такое впечатление, что за заднюю поверхность держится футболист. Потому что контакта там не было никакого. Ну, так бывает в футболе. К сожалению, самые серьезные травмы чаще всего получаются без какого-либо контакта с соперником. Ни в коем случае я не желаю серьезные травмы Кириллу Сидоренко. Наоборот, скорейшего выздоровления. И надеюсь, что он вернется в игру. У нас же 78-я минута. Вот так долго ли, коротко, за рассказами о
турнирных раскладах уже и почти весь второй тайм прошел. Прихрамывает, да, Сидоренко, и явно что-то дернул сзади. Вряд ли он продолжит игру, хотя. Все может быть. Чудесные свойства заморозки известны всем. Ударом от ворот Горячкин будет вводить мяч, так по правилам фэрплей. Дели мяч. Точнее, вывели мяч за пределы поля. Пермяки. Гонец Сидоренко готов продолжить игру, и честь ему и полаза. Рыжевский ошибается. Соловьев не торопится, поперек поля двигается. А вот и первая желтая карточка сейчас будет. Или нет? Ну и Дарко решил, что ну, не начинал, я и не буду доставать карточки. Так жестко поговорил с Лео Гагличидзе, хотя фол был, конечно же, на горчишке. Ну, спасибо арбитру за то, что не стал наказывать нашего игрока. Тут так грубовато обошелся с 60-м номером соперников Андреем Анферовым. Ну что, Кирилла Морозова увидим мы на поле или все-таки нет? Есть еще Алексей Орлов у нас. А вот еще момент. Джанука Никол бил и вторым темпом атаковал Сидоренко. Опасно. В первом случае Горячкин выручил, во втором выше ворот. Пришел создал центр форварда Амкара. 10 минут играть еще команда. В этом матче. Угловой Краснодар зарабатывает. Вот это да, вот это был шанс. Слышите вы аплодисменты? Андрей Гамолян бил практически в упор. После подачи углового к нему отскочил мяч. И чудо-сейв сделал Иван Коновалов, которого я неоднократно называл мини-Нарубиным, копия Нарубина внешне. И сыграл так же здорово, как и его старший товарищ из главной команды Амкара. Был у Краснодара шанс уйти от поражения, был. Есть время у краснодарцев. Лео Гагличидзе входит в штрафную. Фомин. Протолкнуть надо буквально мяч. Но не удается ему это сделать. И пермяки выбивают мяч из пределов собственных владений. И собственной штрафной. А Фомин выслушивает от арбитра и, в общем-то, выслушивает вполне по делу. Не надо никому апеллировать. Батютин сохраняет мяч. Аут. Ну, кому-то надо ворваться. Там была зона свободная в районе угла штрафной. Почему Крыжевских не сделал рывок туда? Ну, а сейчас Огурцов туда пошел, ну и на нем уже защитник висит. Это понятно, что туда
смысла нет сейчас бросать. Ну, а Батютин, теряя сцепление с землей, падает. Вот сейчас бежит за мячом, чтобы отдать его голкиперу соперников побыстрее. Это желание похвальное, но лучше держись на ногах, Андрей, когда тебя никто не атакует. 83-я минута. По-прежнему 1-0. Замена готовится у хозяев поля. 95-й номер. У них готов войти в игру. Михаил Рожков. Данил Фомин. Ну, это так, для статистики выставлено. Меняет 93-го Ивана Соловьева. Ничем сегодня не запомнился Иван. Да, был у него один шанс отличиться, но его он не использовал. Ну а в целом так растворился среди своих одноклубников. На 85-й минуте он уже покинет поле, поскольку 3 секунды еще. На 84-я минута будет длиться, а Иван по-прежнему на поле. Вместо Ивана Соловьева, номер 93, играет Михаил Рожков, номер 95. Ну и вот, смотрите, еще одна атака, быстрая, стремительная, Пермяков. Завершал ее 60-й номер. Анферов не попал. Вновь пауза в игре. Пермские доктора на поле выводят получившего удар по затылку, якобы. Насколько он был серьезный, сложно нам сказать. 61-го номера Никиту Голдобина. Тот в игру, конечно же, вернется. Секунд 30-40 для своей команды он выиграл. Еще одна замена готовится тем временем у хозяев. 59-й номер. Кто это? Евгений Парамонов. Евгений Парамонов. Очень может быть, что это даже сын Константина Парамонова. Точно не знаю, но вполне возможно. Парамонов для Перми, фамилия знаковая. Но у нас осталось играть 3 с небольшой минуты. Отсвечивает, не видно мне, какого номера меняет. Парамонов Евгений, 60-го Анферова. Это уже 88-я минута. Команда замена
вместо Андрея Анферова, номер 60. Играет Евгений Парамонов, номер 59. Гличидзе будет водить мяч за боковой. 2 минуты остается играть командам основного времени. Ну и больше 3 вряд ли можно ожидать от рефери сегодняшнего встречи Ильдара Годунова. И не потому, что он жаден до дополнительных минут, а потому что нету повода добавлять больше у него никакого. А может и 2 ограничится, и тоже будет прав. Ну что, последний решительный Краснодару попытаться сделать. Эпизод, который недавно мы видели после углового, когда едва-едва не забил Гамолян, ведь показывает, что есть все-таки щели, есть прорехи в обороне пермяков. Нужно только попытаться на эту оборону оказать давление. Но вы видите, ничего впереди не клеится у подопечных Евгения Калешина. Батютин активен на последних минутах именно в подавании мяча соперникам. Тут я не иронизирую, действительно нужно быстрее доставлять мяч в игру. И он прав в этом. Если бы еще игровой бы активностью это было подкреплено. И эффективностью еще лучше. Тридцать секунд играть командам основного времени, и будем ждать, что покажет резервный судья Шимановский табличку. С какой цифрой? Пока же угловой, пермяки будут его подавать, и, наверное, секунд 30-40 только будут идти к угловому флажку. Джан-Лука Нихалт, игрок опытный. А вот еще и замена, это Трошев. Омкара выйдет на поле. Владимир под 40-м номером. 3 минуты добавлено, да. Спасибо Айдару Годунову за то, что дает нам 3 минуты еще на то, чтобы уйти от поражения. Пока там танцы с мячом углового флажка мы наблюдаем. Они завершаются. Ну и Скляр на всех парах несется вперед. Пытается как-то затруднить пермякам эти последние минуты встречи. Ну, а Гамолян в корпус сыграл. Вот этим своим толчком он вообще не имел шанса добраться до мяча, поэтому и нарушил правила. Замена. Конечно же, меняют игрока, который был на дальней бровке. Это 61-й номер Никита Голдобин. Выходит вместо него Владимир Трошин. Трошев. Ну что, наверное, есть смысл подводить итог сегодняшнего матча. Игра равных соперников. У пермяков было чуть больше моментов опасных. И, наверное, поэтому они закономерно одержат победу. И уйдут с последнего места. Ну а краснодарская молодежка неутешительно для себя завершает сезон. Замыкает турнирную таблицу. Вот там еще какие-то разборки устраивает Гамолян Сидоренко. Сидоренко толкается вовсю. Зачем? Зачем вот это, ребят? На ровном месте. Удары какие-то следуют от пермяков. Ну куда? Играть осталось всего ничего. Ну а у нас, как обычно, Гамолян в центре этого конфликта. Не один раз мы это видим, к сожалению, уже приходится констатировать, что Андрей любит спровоцировать такие вещи. Ну вот все-таки приходится доставать карточки
Эльдару Годунову. Показывает он Павлу Крыжевских и Сидоренко желтые карточки за неспортивное поведение. Не обошлись без карточек. Соперники сегодня. Судя по тому, что карточку Крыжевских получил, может быть, я и ошибся. Гамалян на этот раз оказался ни при чем. В этом случае приношу свои извинения. Ну, а пермяки в атаке. Правильно проводят эти последние минуты. Пока мяч у нас, нам не забьют. Никто не отменял этой футбольной догмы. Ну, есть, наверное, еще минутка, думаю, у черно-зеленых. Прокатился мяч под предплечье у кого-то из пермяков, но вряд ли это можно классифицировать как игру рукой. Ну и все, свисток. Свисток, матч окончен. Со счетом 1-0 победил Амкар. Краснодарская молодежка завершила турнир на последнем месте. Увы, а. Что ж, будем надеяться более интересного для нас результата от главной команды. Матч Амкара и Краснодара уже через 3 с небольшим часа. Здесь же на стадионе «Звезда». Болеем за быков. Ну а сегодняшняя трансляция подошла к концу. Она была организована пресс-службой футбольного клуба «Краснодар». Провели ее для вас оператор Максим Шаповалек и комментатор Денис Данильченко. До новых встреч. Не болейте ничем, кроме футбола. А если болеете, то только за Краснодар. Thank you.
Второй вроде да. Сейчас. Первый нужен. Что ты еще зацепить хочешь? Да нет, я хочу его вытащить. Ну так вытащи. Дергай просто кверху. Уже это. Дэн! А что отключать? Не надо, я его подтяну сюда. А, ну пускай микрофон, наушники у него останутся, какая разница. А зачем? Куда у нас сейчас деньги? Сейчас заглянешь.